Тихо, блядь, чувак в донат скинул видос. Почему столько дизлайков? Я не понял, но я уже выпал, блядь. Да я не знаю, если там школьник, надо, чтобы... Вы сейчас заорете просто, вы поймете, в чем прикол. Я до 19 девственником был, блядь. И мне было так похуй вообще. Просто вот все. Мне было так. Я пошел, дал денег и жизнь выебал. Все. Потому что я Блядь! Что за хуйня, блядь? Баться я успею когда-нибудь. Кто так? Да, это тот чувак, который на ВТФ пасе на улице школы, блядь, типа, снимает нахуй, ебёт их за деньги, блядь. Да-да-да, это он, я знаю, отвечаю. Да я не могу, блядь. Пацану, YouTube-канал приносит мало. Покупаю путевку. Фото у меня блядь, уже слез. Есть. Приезжаю в МСК. Снимаю часы, отрубаю руку, покупаю Rolls-Royce за 25 лямов. Да это смешно, потому что, блядь, я месяца два назад сказал, вот бы кто-нибудь к бомжам вот так подходил. И просто, ну, это очень забавно, типа, вот идет такой бомж, блядь, просто из хуя. И такой, что такое? Типа, перед ним пацан стоит, включает колонку, блядь, и вот, ну, это вот так должно выглядеть же, по идее, да? Вот он вот так стоит, снимает. А бомж не понимает, что происходит. Нихуя! Не, это не... Пиздец, Лукашенко или кто это? Или это, блядь, погодите. Или это просто видеоряд какой-то, и чувак просто ходит и снимает лица, блядь, типа наебалово какой-то. Что это такое, спрашиваю? Поздравляем его, ребята, похлопаем. Это лучше 17 года. Сука. Что, зачем ты меня снимаешь? Я вам говорил, что я до своего хуя докоснуться ртом не могу, блядь. Ты зачем меня снимаешь? Полива или что? Нет, такие полива мне не надо. Бля, не, у меня такое ощущение, что он просто снимает. Типа, это как челодой маловек. Как челодой маловек делает. Вот то же самое, типа, и здесь. Блять, отвечаю, был бы я женщиной, я бы бананами себя долбил. 100%. Что? Или колбаской, блядь, например, в пакетике. Не поняла. Блядь, девочки, нахуй вам огурцы? Вот просто вопрос. Есть же весь мой чат, блядь, ну серьезно. Не понимаю, что вы хотите? Да, это просто, блядь, звук наложен, скорее всего. Но это пиздец, почему столько дизлайков? Я не понимаю, это же смешно. Прикалывается. Ага. Тут нет там ничего. Что нет ничего? Вы человек, вы что здесь делаете? Вы сейчас с этим, с телефоном, с фотоаппаратом. Какие тракторы тебе нравятся? Что? Куда тебе тракторы, любишь ли ты работать на тракторе? Так, не летите за ворота. Если бы ты работал в СССР на тракторе, то бы какой трактор выбрал? Я ничего не понимаю, что он говорит. Можете изготовить самодельный трактор. Бля, может у него типа колонка вместо рта, это типа дроид какой-то, блядь. Почему она говорит, я не понимаю, что вы говорите. Она не видит, что это, ну, он не говорит этого. Бля, это какой-то робот приходит такой, типа, и... И у него колонка такая гигантская. Что он?
Она сказала, что не понимает, что он говорит. Ну? Может, он ртом двигает? Я не понимаю. Все, к начальству, давайте. Тут не день открытых дверей, туда вот, через эту самую, через ту проходную. Все, туда. И давайте, выходите. Выходите, трамвай идет, выходите, молодочник. Меня очко волосат. А, блядь, боже, до меня дошло. Типа, он это я. Ролик называется «Я братишкинов». Скорее всего, он, бля, либо ходит в маске, и оттуда его звук износит, блядь, доносится. Я хуй знает, чуваки, серьезно, я не понимаю. Ну реально, это сложно понять, что там может быть. Я еблан. Не будет 20 рублей. 20 рублей будет. Курик на курю. У меня очко волосатое. Кто? Я еблан. У меня очко волосатое. Я еблан. Где ты гуляй, а? Где гуляй? А ты девственник, бля. Где гуляй? А ты девственник, блядь? Что? А ты девственник, блядь? А ты девственник, блядь? Попугай заело. Ну, короче, они его просто элементарно не слышат, что он говорит. Я просто пытаюсь понять, наложено это или нет. Бля, смотрите, LG кто-то коробку выкинул от телека. Я просто к тому говорю, что... Чтоб понять вообще логически, что ему ответит хоть один человек. Прием, брат! Бля, он доебался до бомжа бедного. Ну там яйца стоит, чешет через карман. Что? Вот мне для вас ничего не жалко. Будь я тёлкой, да, встань я на 2 недели. Я отвечаю, я бы все ноги раздвигал, только так. Вот прям отвечаю. Блять! Ой, пацаны, у меня... Ну у меня просто почка болит, я не могу так ржать. Короче, давало бы всем задницу. Но естественно, очко бы я не прочищал. Бля, у меня бы смелости не хватило бы, на самом деле, вот так делать. То есть, хуй знает, это вообще нездоровая хуйня, в принципе. Да, API разрешает только данные оттуда выгружать. Короче, напиши потом в ВК, обсудим. Ссылка удалена. Так, если не забуду, чувак, не обещаю. А вы что-то хотели? Начало. Меня бы звали, не знаю, мне нравится имя Лера. Меня бы звали Лера, и я, короче, давала бы всем в задницу. Но, естественно, очко бы я не прочищала. Ну где она? Да, кто, Лера, блядь, или... Я просто не понимаю, когда я, блядь, такую хуйню нес. Это же недавно было сказано, судя по всему. Меня бы звали, не знаю, мне нравится имя Лера. Меня позвали Лера, и я, короче... Каждый стрим я несу хуйню, не может быть такого. Да мне стыдно просто, что он это хотя бы бомжам говорит, да? Иди ты нахуй! Нет, вы что-то хотели, да? Да-да-да, брызнуть мне... Какие тракторы тебе нравятся? А, что мне не нравится? Куда тебе... Все, короче, понятно. Это не наложено, все. Я просто ждал... чтобы кто-то логически ответил вообще под звук. Ответил. Тракторы, любишь ли ты работать на тракторе? Какой трактор? Это не мой трактор. Если бы ты работал в СССР на тракторе, то бы какой трактор выбрал? Я вообще-то водитель бывший, а не тракторист. А работал я от ГАЗ-52. Сможешь вот. Изготовить самодельный трактор? Могу. Сможешь ли ты изготовить самодельный трактор? Могу.
Бля, вот это вообще пушка, да, контент? Это прям, ну, это что-то новое. Такого же не было вообще. Это прям разъёб полный. Почему тут столько дизлайков и так мало просмотров? Это же прям, ну, пиздец, пушка. Я просто беру, он такой скидывает: привет, тут с тобой пранк сделали, ты в главной роли, полный трэш. Я открываю ролик, мотаю его и вижу бомжа. Мне стало автоматически интересно. При возможности. Так, блядь, тёлки в Дискорде все мои, нахуй. Ясно, блядь. Это мои тёлки все. Пускай им по 12 лет, по 11, по 10. Как нравится сигнал снимать? Кого? Кого снимать? Я думал, это Гитман вообще идет. Ясно, блядь. Я 3 января, я завязываю курить, нахуй. Мотивация просто жить. Хочу жить, такое? Не буду курить, нахуй. А? Тук самые пиздатые печенья. Их можно вместо чипсов ебашить. Там Принглс рядом не стоит, понимаете? Для чего тебе трактор? Нет, мне он не надо. Бля, вы понимаете, ну просто пришел человек на закрытую территорию. И, ну, ни с того ни с сего диалог начинается с того, что, блядь, про трактора вообще. Вот, ну, что это за хуйня? Какие тракторы тебе нравятся? Мне никакие не нравятся. Сейчас, может, нравится то, что ты сумеешь... На чем? Ну, то есть иметь который. То есть можешь, тот тебе и понравится. Понимаешь? А если я не имею возможности его, как говорится, иметь, то что мне может нравиться? Ходи, улыбайся, смотри. Вон он как красиво работает. Справедливо ответил. В принципе, да. Понял, да? Жизнь на самом деле коротка. Надо прожить ее охуительно. А чтобы прожить ее охуительно, нужно забить хуй на всякие проблемы. Что мы и делаем. Ой, бля, пизда, пацаны, я не могу. Я так не ржал, наверное, месяца два вообще, блядь. Что за хуйня? Можно ссылку? Бля, если вы будете лайки въебывать, короче, нужно, чтобы вы посмотрели хотя бы, ну, секунд 30 ролика. Можете поставить его на паузу, но вы посмотрите, а потом лайк въебите, потому что иначе он не вылетит, этот ролик. Он не взлетит никуда, потому что вы наставите лайков, и YouTube подумает, что, блядь, это неестественный трафик, и никуда его не двинет. Соответственно, нужно хотя бы 30 секунд, чтобы держание повысилось, и все. Я сейчас кину. Бля, ну это же пушка, да? Вам же зашло, честно. Вторая часть, погодите, блядь. Надо забить хуй. Что мы и делаем. А я уверен, сейчас у половины такая же идея появилась, да? Типа то же самое сделать. Дизлайки стоят за то, что он к бомжам доебался. Чувак, к нему бомж сам доебался. Единственное, за что можно было дизлайк въебать, то, что он к какому-то чуваку подошел, и он что-то сказал, какое-то непонятное слово на букву Ч. Возможно, это болезнь какая-то. Вот, ну, это вот реально хуйня была, это можно было вырезать. А вот чувакам к алкашам, блядь, вот... К пьяным вот нормально можно подходить, чисто поугарать. Потому что, во-первых, запрещено распитие в общественном месте, да, это первое. Второе, они не в нормальном состоянии. Скидываю ссылку, ловите. Я сейчас посмотрю, как вы оценили, это просто пиздец. Блять, такой разъёб, боже, блять. Косарь лайков просто сами набубенили. У бомжа кепка Дольче Габбана. Реально, блять, никто не заметил, чувак там Дольче Габбана гоняет, прикиньте, на помойке нашел. Блять, а второй части нету, он сказал, что будет скоро. Но её нету.
Ой, ну это что-то прям... Чуваки, знаете, вот... Как будто подрочил. Вот, вот прям вообще класс. Ой, ребята... Это я что-то прям... Ну реально с подливой прорался. Так что будем смотреть дальше?